Начал крутить этот шар, когда получил первый шрам. Вы все смеялись, а я забился в угол, сидел там. Пока вы хохотали, дауны, а я собирал мысли в едино, чтобы ответить вам однажды, твари. Варик нулевой, я видел себя в отражении нуля. Буря внутри, слезы внутри, ты не смотри, приди, поговорим, разделим наши беды. Кроме рэпа я не вижу того, что пишу. Это все шум, это пустота, как в тело 100 грамм свинца. Слегка преуспеть в ответ, это все бред, нужно перечислить. Читать себя, все не связано народным языком. Вам опять же не понять мою погоню за звездой бесплатной, которая горит над каждым домом. Но вы не видите того, чего хотите, так что простите, дальше идите. Это стиль больного в душе человека. Не верьте словам слепо. Я могу плюнуть вам в спину после того, как улыбнусь тебе, гнида. Да, в этом весь я, не надо трогать меня. Это бесполезно, легче убиться об стену или передозняк. Славить повинны — это простые темы, их не понять. В этом тексте я рассказал, как не нужно писать. Я останусь один, я умру молодым, но вам плевать. Хотя все это взаимно.